Армяне выдавали мусульманские надгробия за свои античные артефакты. Как передает The AS, кадры опубликованы в Telegram. Некоторые из этих мусульманских надгробных плит и символов можно увидеть рядом с крепостью Шахбулак в так называемом Тигранакерте, куда их, с захоронения карабахских ханов в Агдаме, приволокли армянские оккупанты, чтобы выдать за античные артефакты. Bakın, bak budur. Dünya baksın buna. Bak bizim torpaqlar min illik tariximiz bidir. Bu şeyden, papravetten, kızıl çengereden. Bak, bak oradan cennetimizin ulduzu, kabrimizin üstünde. Bakın bizim taşlardır. Hatta burada Misir şeyler de var, işareler de var kabir taşlarımız üstünde. Orada da eski elifbamızdan yazılan.